Привет, друзья! У меня 68-й день сотки. Начинаем с подтягивания. Вот такая тренировочка получилась. 68-й день. Сейчас второй этап, он так и называется, силовой. И я вот в этих тренировках прочувствовал, что да, именно силовой. Требуется больше внимания на усилия. Если в первой части там тоже силовое, конечно же, было напряжение, но там еще добавлялось такое кардио, так как круговые тренировки делаю непрерывно все упражнения подряд. А тут есть пауза, есть возможность перевести дыхание. Но зато идет такая конкретная хорошая нагрузка на целевую группу мышц в каждом упражнении. Дают свои результаты. Ну и по времени второй этап тренировки, конечно, больше занимает. Тренировочка, что полчаса.
первом этапе 18 дней занимаюсь. И пришел уже полчаса. То в первом этапе тренировок там максимальная у меня была тренировка 22, наверное, 23 минуты. Продолжаем дальше. Этот 100-дневный тренировочный путь. Друзья, всем удачи, доброго здравия, хорошего настроения. Занимайтесь. До новых встреч.